Все с рюкзаками, и папа тоже. Папа в школу пошел. Почему вы раздвинули кровати? Потому что... Ты попасть не можешь, что ли? Смотри, один маленький, другой... Придется набрать. Придется, то есть, купить, если наберешь. Большую не буду покупать. Ну, маленькую. Доброе утро. Она не хочет вставать, да? Нет. Каролина. Каро. В школу, то есть в садик. Каролина. Эй. Давай, вставай. Доброе утро. Соня за Соня, давай. Время уже 7:10. Через 40 минут выходить. Да? Макс у нас не ходит в садик сейчас. Вчера не ходил, и сегодня не пойдет. Ну, немножко. А завтра? М? Завтра. Завтра, наверное, пойдет. Вчера он у нас температурил. Ай! Все, Каролиночка, давай вставать. Каролина. Эй, доброе утро. Мама, папа ее отвезет? Нет, сами от ее ведете. Почему? Ну, как вчера. Да. Все, собираемся. Зубки там где чистить? Косички когда будешь расплетать? Они еще хорошо держатся. А что, походи еще немножко? Ага. Они еще целые. Они еще целые, говорит. Они еще такие аккуратненькие. Все, зубки почистила. Молодец. Давай обуваться. Рогатый. Рюкзачок. О, ты прям на лол похожа, да? Со своей причесочкой, как лол. Куколка. Маркер. Весу пинг. Все, собралась? Ой, я с пирогами. Папа поведет. Будильник. Папа решил повезти в школу. Пешком или на машине? У вас коменданту ли? Она правильно одела ботинки. Это папа ее был. Все, готово. А где твоя желтая штучка? Желтенькая. Вон там лежит. А не надо куртку. Нет, сегодня 28 градусов. А мы в лес пойдем, холодно будет. Ну ты возьми, наверное, там прохладно. В лес ходите опять. Очень холодно. Вы там что-то будете жарить или что? Нет, просто. Сосиски. Просто погулять? Прям сейчас пойдете или когда? После какого-то урока? То есть мы сейчас пойдем. Угу. Как всегда. У нас вообще-то сейчас турная. Но мы не будем заходить в тур, а мы в класс зайдем. Угу. А потом мы будем ждать нашу другую учительницу. И в это время мы будем, не знаю, что-то там делать. Надевай, Каролина. А потом мы уже... Надевай. А сюда мне это... Все с рюкзаками, и папа тоже. Папа в школу пошел. А Маргарита не возьмет сюда. Да, я иду. Пока-пока. Не холодно будет, господи. Ксюнь, ты что такое этот прям? А если будет дождь? Не будет дождя сегодня, 29 градусов. Пока-пока. Слушайся. И жди Ксюшу и Каролину. Ой. Жди Ксюшу и Маргариту. Все, давайте бегом, быстрее. Пока-пока. Девочки за тобой зайдут, хорошо? Девочки, зайдете за Каролиной. Да, хорошо. Пока. Привет. А ты что, одна пришла? Да. Нет. Ну, кстати, Маргарита ушла там. С Марго Кира Кьета. Маме Савес. Давай заходи. А кто тебе косичку забрел? Я. Ты? Может, тебе воспитательница заплела? А что, твои рожки упали?
Там три. Ух ты, твоя баночка. Дай посмотрю. Иди разувайся, я посмотрю. Вася, как сапату, примеру, Каролина. Да. Так, это у нас такие вот баночки. Коробочки, чтобы детки приносили информацию домой. Это что у тебя? Это... Зубки чистили, что ли, или что? Это туз. Ты вот так вот. Отклеивать, да? Да. Почему пришла Каролина одна? Потому что я ее отвела, потому что мы там это... Ты вместе с ней до сюда дошла? Да, там они. Кто? Потом я ее отвела наверх, потом я осталась в лифте и пошла вниз. Смотри, мы шли нормально, очень нормально с Катей на домой. С Катей, Кариной, с Яной, со всеми. И потом мы проходим так... И там мы видим, что одна мамаша, я думала, что это ее ребенок, но это не ее был. Она его тянула и говорила, и ты сейчас пойдешь со мной. Потому что там что-то... Чужая мама тянула чужого ребенка? Да. И потом мы узнали, о чем речь. Ребенок сколько лет ребенку? Такой маленький? Четыре, да. Ну, как Макс. Да, он в киндергарден. Он немножечко пониже. Ну. И потом... Она потянула его, потом мы узнали, о чем речь идет. Это другие дети, то есть этого мальчика, который она потянула, у него еще есть брат старший. Ну ему 5 или 6. 6 лет. Ну, как Каролина. Да. Угу. И он бил ее дочку, дочку и сына. Ну. И потом... Другой старший. Да. Угу. Не да, тот, которого она тянула. Да. Ну. Нет, этой мамки. У нее есть два ребенка. Да. Эти два мальчика их ребенки била. И потом Катя к ней подошла и спросила, почему ты тянешь чужого ребенка? Он лежал и не хотел. Ну. И потом она вот так взяла его лицо и сказала, ты сейчас пойдешь со мной. Кошмар. Она хотела старший брат, он бил ее своих детей. Да. У них уже ранки, у них не знаю. Ну там нужно же не с ребенком, а мать, наверное, звать, а не ребенка. Она хотела с ними и с ее детьми пойти к ее маме. И что в итоге? Кати тоже потом с ней пошла. Мы тоже хотели догнать его. Макс, не трогай. Только она потом ребенка перестала. Да, так грубо. Потому что Катя его успокоила. Она маленького брала, чтобы этот большой... Ну, маленький же не виноват. Ну, она маленькому сделала, чтобы он перестал и свою дочку бить. Кошмар какой-то. А мне Каролина рассказывает, говорит, мама, там много так, все дерутся, все одного бьют. Короче, она мне рассказывает, я не поняла, ну, кого бьют. Один маленький, другие большие, одного бьют, я не поняла. Рассказывать тоже она так. И что, в итоге они ушли? Да, Катя тоже еще там. Тоже пошла с ними? Ну да. Так у этой мамы тоже рядом дети были ее? Ну да. К нам пришел Снежок. Еще один пакетик. Один у нас... Один мы недавно брали, да? Угу. Уже половину истратили почти. Да? Угу. Вот еще я взяла. Они на картинке такие большие, мне кажется. Да. Я думала, что приедет там килограмм, а там сколько здесь? 325 грамм. Девушка. Дай посмотрю. Ой, красное какое. А где наша мазь? Где наша мазь? Нет, там нету. Ты в машинке здесь у меня играешь? Где наша мазь, которая очень хорошо помогает? А мы пойдем погуляем сейчас. У нас сегодня так тепло. А завтрашнего дня будут дожди. Ждем тебя. С завтрашнего дня будут уже дожди. Не боишься так коленки себе разодрать? Нет? В платье идешь кататься, в сарафанчике, на роликах. Пойдем. На лифте, конечно. Пешком же мы не будем спускаться на роликах. Ты пить будешь? Вот моя. Быстрей! У меня батарейка садится. Ты попасть не можешь, что ли? Не знаешь что?
Чего? Давай, показывай. Так смеется. А, откуда у нас такие шарики? Это персик. А. Сейчас, подожди. Нет. Они очень тяжелые. Если два шарика, нужно жонглировать одной рукой. А если три, то тогда двумя. Вот так вот? Угу. Да. Только успеть, пока другой летит, поймать один. Мама, выляка. Мама, они очень большие и тяжелые. Угу. Ну, когда попробую. Мама, я могу в школе спросить, если мне можно три. А нам нельзя, я уже спрашивала. Нам нельзя. Наверное, нам просто ранее, чтобы их перетанить. Вон, видишь? А, улетело сразу, чтобы по голове никому. Я какие-нибудь шарики, мам. Нам, когда... Если мы сможем с тремя... то это мы получим... Шоколадку. С тремя такими 10 раз, то мы получим шоколадку. А если 30 или 20, то мы получим шестерку по физкультуре. Давай. Ты прям супер жонглер. Раз. Ой, все, улетел персик. Догоняй. Не надо персиками кидаться. Давай. Персики надо кушать. Это можно. Это вот это. Да. На. Мое. Да ты что? Ты командир, что ли? Да. Кстати, ребят, смотрите, девчонки немножечко раздвинули кровати. Почему вы раздвинули кровати? Потому что Маргарита всегда проспается у меня. Я на свои ноги... И Маргарита залазит на твою сторону? Да. Смотрите, они сделали такое, все-таки они разделили. Не совсем далеко, но разделили. Ну, да. Я им сказала, что я не буду уже менять вот так, как раньше было. Здесь одна кровать, здесь одна. Я уже устала от ваших перестановок. Смотри, вот так, и потом здесь еще. Нет, не поместится. Если бы поместилось вот так, мы бы соединили, а не поместится она. Кто как? Не хватает. Как диван. Да, было бы тогда вот так вот длинное на всю эту стену кровати. Не поместится, жалко, не хватает немножечко. Угу. Поэтому девчонки раздвинули вот так вот, оставили ну, проходик здесь небольшой, чтобы Маргарита не залазила на сторону Ксюши. Так, девчонки тут работают у нас. Я им задание дала перебирать, как они называются, Фима? Да, Фима фруктики. Видите, у нас такое вот ассорти, а мне нужно именно апельсинчики. Потому что у нас слаймик будет фанта, да, у нас с запахом фанты, с запахом апельсина. И шармики там такие, бутылочки с газировкой, да. Так тут нету больше. И вот мне нужно только вот эти вот фокусы, где? Нет, целые, поломанные, неважно. И добавим их в прозрачный слайм. Апельсиновый. Что-то у меня так голова болит. Так, вот это вот нету больше. В общем, надо вот это все вот перебрать. Непростая работа, нужно заказать отдельные, да? Угу. Чтобы они не смешанные были, например, отдельно арбузики, отдельно. Нет, мать, пожалуйста. Апельсинчики, только нужно посмотреть, какие нам конкретно нужны и купить. Вы на роликах? Yep. Давай, только полчаса, хорошо? Okay. Иди туда, Бувайся, а не здесь. Ты тоже на роликах? Давайте. Как раз сейчас. Ты просто вот так сделай. Хорошо. Сейчас почти 8. Без 28. Ну, где-то в 10 минут 9. Вот так. Заканчивайте водные процедуры. Мам. Да, вот так часть. Смотри и чисть зубки. Мама. Давай, подержу тебя вот так. Вот это вареник у тебя. Опухший. Он прям висит, видела, как. Смотри, один маленький, другой. Во! Огроменный. Ну-ка, посмотри сюда. Ты чешешь, да, наверное? Не чеши, я тебе помажу сейчас опять. Ох, ничего себе. Вот это муха. Еще чисть давай. Смотри, еще время.
Чуть-чуть осталось. Ой, Кики, сладко, я такая. Привет. Привет, мы тебя давно не видели. Я пришла чистить зубы. Привет. Кики тоже будет зубки чистить? Нет. А, Кики? Что ты читаешь? Я хотела Максу Карлине прочитать. Я ей эти книжки взяла для Макса Карлины, чтобы... Смотри. Тут совсем там больше рисунка, чем это. Das kleine Känguru ist verzweifelt. Traurig knurrt es herum. Иди туда, забудь чистить. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Fragt es die andere. Не грызи ногти. Tiere. Ich habe mich verirrt und kann meine Mama nicht finden. Aber ich brauche sie doch. Na. Ich gehe sie so. Что это? Кролик. Какой кролик? Это кенгуру, а не кролик. Да. Да. Und wie wär's mit mir? Fragt das Schnabeltier. Herzlich willkommen. Meine Haut ist... Ты, кстати, что там на этот... На лайк за видео написала? Ой, записала видео. Насчет собаки. На миллион подписчиков. А? Ты же нам сказала. Ну, пожалуйста, наберите, ребята. Я вам буду так благодарна. Придется сделать, если наберешь. Я-то не знала, что ты будешь записывать это видео. Я сказала и сказала. Раз ты уже всем рассказала, то... Чуть-чуть осталось. Потом... Придется набрать. Придется, то есть, купить, если наберешь. А просто так ты нам не купишь? За 2 месяца 200 тысяч подписчиков. Это, не знаю, у нас такого не было еще. Ладно, давай. У нас 783 783. Ну вот. 217 тысяч вам надо. Еще 217 тысяч за 2 месяца до твоего дня рождения, даже меньше, чем через 2 месяца, через 1.5 месяца 217 тысяч. Я сказала так, потому что я, ну, думала, что пока вы там наберете, в общем, не это, не ожидала, что ты всем скажешь, подписчикам своим. Ну, если они тебе... Если они тебе помогут, придется купить. Большую не буду покупать. Ну, маленькую. Как вот это. Как вот это. Вот такую собачку. Пойдет? А что? Немножко побольше. А, волной накрыла. Угу. Помню, помню. Спокойной ночи, детишки. Телефончик сюда. Телефончик. Нет, телефончик, телефончик. Телефончик. Все. Я на полочку положу. Все. Чтобы он вас не соблазнял. Всю ночь. Так, все, детвора, спать. Да. Какой-то Деус. Ну, всегда так. Ксения так... Все, ну тебя в баню. Еще хрюкаешь, давай. А за дверь открытая. Хорошо, все, спокойной ночи. Пока, ребят. Пойду я успокаивать этих. Все, быстро в кровать, бегом. Положи это на стол. Макси, все, уже поздно. Сейчас дядя придет снизу, будет ругать. Пока, ребятки, всем спокойной ночи. Не, я хочу, Артура. Нет.